Здравствуйте, меня зовут Валентина. Сегодня я вам расскажу, как скачать Skype в свой компьютер, установить его и завести свою учетную запись. Заходим в интернет. В поисковой строке набираем «Скачать Skype». Находим сайт с официальным адресом skype.com. Заходим в него. Загрузить Skype. Левой кнопкой мышки нажимаем. Скачать Skype для Windows. Показываем, в какую папку он у нас должен загрузиться. Если он у вас не показывает, в какую папку, смотрите в папке загрузки. Левой кнопкой мыши нажимаем на «Показать в папке». Двумя щелчками загружаем и соглашаемся с приложением «Вносить изменения в наше устройство». Выбираем язык русский и соглашаемся с условиями. Установка Skype может занять несколько минут. Сейчас приготовьте листочки и ручки для того, чтобы записать свой логин и пароль. Установка пошла быстрее, бегунок пошел быстрее, значит, скоро установится. Какую-то информацию ввели. Создать учетную запись. Чтобы вам не мешали приложения, просто их сверните. Использовать существующий адрес электронной почты. И нажимаем «Получить новый адрес электронной почты», потому что нужен адрес в формате outlook.com. Создаем пароль. Если вам он пишет, что уже кто-то пользуется таким адресом, просто добавьте цифры или буквы. И себе запишите это. Создаем пароль. Нажимаем «Далее». Заполняем форму на русском языке уже. Например, я заполняю свою. Нажимаем «Далее». Skype установился на ваш компьютер. Вот здесь появился значок на рабочем столе. И нажимаем на «Продолжить». Вот здесь проверяем звук. Вы слышите, что он там. Здесь можно проверить камеру.
И нажимаем слово «Продолжить». Можно загрузить фотографию, чтобы ваши коллеги узнавали вас. Нажимаем «Обзор» и загружаем свою фотографию из вашего компьютера. Или можете сделать снимок. Для образца я загружу просто любую фотографию, любую картинку. И нажимаю «Использовать это изображение». «Использовать Skype». Вот мы попали в свою учетную запись Skype. Здесь у вас уже приветственное письмо. И можете уже искать своих знакомых. Вот здесь вот есть лупа, поиск, и вот здесь набираете. Здесь можно нажать адрес ваших друзей или по имени и нажать поиск в Skype. Хорошего общения, до свидания, всего доброго!